мир есть мир, чтоб всегда везде было мир. Да сами хорошие, зачем убивать друг друга? Можно жить спокойно. Мир, это самое дорогое, что может быть. Май – это весна, любовь, труд. Очень сожалею, что не могу трудиться. 38 лет в аэропорту отработал. Сейчас, скажем так, на заслуженном отдыхе. Нужно ли работать молодежи, по-моему? Желательно, потому что другого варианта я не вижу. У меня очень много связано теплых воспоминаний, воспоминаний детства и юношества, поскольку мы все вместе выходили на парады, несли транспаранты, и была некая такая общность мира именно. Труда не знаю, насколько она была, насколько мы еще были совсем юны. Вот труд, мир, май, это солнце, это радостное настроение, это желание сделать добро и радость вот, принести другим. В этом году сочинцы 1 мая тоже выйдут на демонстрацию. Праздничное шествие начнется на площади у Зимнего театра в 10 часов, а завершится на площади у Морского порта праздничным концертом.